У меня в гостях Елена Валетова, представитель компании «Умная мама». Елена, расскажите, пожалуйста, немного слов о вашей компании. Мы являемся производителями, находимся в Петербурге, производители замороженных овощей и ягод для первого прикорма. Есть у нас также вторая торговая марка «Фитоклот» для взрослых дядь и теть, конечно же. И чем мы, в общем-то, я хотела сказать, отличаемся от заморозки, да, всегда спрашивают большой. У нас, во-первых, есть сертификат государственной регистрации, что это детское питание, конечно же. И нашу продукцию можно, если вы откроете, достанете, вот повертите, покупатель может открыть и увидеть ее, то есть она не в пленке, не закрыта, и все это именно российского производства, не Китай, не Египет, в общем-то, для наших деток. Скажите, пожалуйста, какую линейку товара вы привезли с собой на выставку Prodexpo 2020? Мы с собой привезли все две линейки и для детей, и для взрослых, то есть и «Умную маму», и «Фитоклок». А какой отзыв получила ваша продукция на выставке? Вы знаете, у нас пришли клиенты, во-первых, к нам, которые знали о нас в регионах. Это те же, допустим, гипермаркеты «Самбери», с которыми мы уже работаем. Очень было приятно встретиться на выставке, посмотреть, убедиться, что мы здесь, и договориться о следующей работе. Да? Также у нас есть торговая сеть «Семья» и компания «Снежинь» из Перми, с которыми мы подписали договор. Они тоже пришли, ознакомились, посмотрели. И хороший отзыв мы услышали по новой торговой марки «Фитоклок» наших замороженных овощей. Там же есть у нас котлетки нутовые, чечевичные, без мяса. И узнали, кто об этой торговой марке, мы уже, в принципе, предварительные договоры заключили. Поздравляю вас, Елена. И нам спасибо огромное, что вы существуете, да, и работаете здесь. Мы можем о себе рассказать. Хоть мы маленькие совсем, мы из Питера, тем не менее, есть возможность на такой площадке всем все рассказать, показать и дать попробовать. Надеюсь, скоро на прилавках мы будем наблюдать во всех магазинах ваш продукт. Мы тоже очень надеемся. Спасибо. Елена, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.